Всем привет! Рады приветствовать на нашем новом проекте. Это загородная финка с гранатовым и также с оливковым парком. Теперь мы будем очень часто появляться и здесь. Сейчас мы здесь все старое этой финки свыше 100 лет, то есть это многовековая. Вот видите, настоящие кованые китайские двери. И вот здесь мы будем пробивать. Это диван уже современный, мы сейчас приобрели, он электронно раскладывается, потом вам покажем. Здесь камин, там душевая, санузел, индукционная плита, здесь все современно, видите. И поэтому ждите, мы вам покажем. А посмотрите, что у нас здесь есть. Это такая штука. Затопим включает камин. Да. Оп, включается. И посмотри, Анка этого даже не видит. Это называется земдам. Это для сбора сточных вод. Видите, с крыши собирается вода. Ужас! Да, да, вот такая фигня, господа. Да, и видите, здесь есть у нас морозильник, СВЧ, индукционная печь. Будем топить вечером камин. Так что вот такая красота. А в пакете что у нас? В пакете мы немножечко купили себе шампанское, фрешенет. Да, чтобы было нормально. Ну и вообще не будем особо хвастаться, но понятно, что вина вот такие. Грянза — это урожай 78 года. Вот такая прекрасная. Видите, мы сейчас демонтировали вот эти полки отсюда. Здесь вот у нас посуда и так далее. Так что вот. И все, что вы можете вот здесь вот видеть, вся вот эта территория, вот до белой машины, и вот направо эта гора, это все наша территория. Приезжайте в гости!